клубе, я профессор с вами, мы сегодня будем вести разговор о компьютерных играх, как это все банально, но тем не менее интересно. А как обычно, мы с вами начнем с каких-нибудь особенных игр. А это у нас сегодня будут 8-битные игры, как это не прикольно, но тем не менее 8-бит давно забытое старое, есть что-то очень новое, но что-то забытое старое, как всегда, и есть оно, есть новое. Вот. Mortal Kombat. Все знают эту игру, мы с вами на нее играли в основном в 16-битной платформе, она есть теперь на всех платформах, и мы сегодня пройдемся от начала до конца по всей истории создания этой игры. Итак, сегодня в студии... Позже я вам скажу очень интересную и очень такую радостную новость. Давайте начнем с Mortal Kombat на 8-бит. Итак, включаем телевизор и смотрим. И видим мы с вами обыкновенный Mortal Kombat, всеми любимый, на который мы играли на 16-битной приставке Sega. Мы видим на 8-бит. Чем она хороша? Ну, вы сами видите, чем она хороша. А на самом деле хорошо то, что если у вас не было приставки Sega, то вы приходили и брали 8-битный картридж, играли на нем в Денди, и пока, естественно, не купили себе Sega, вы так и играли. Очень мало есть геймеры, которые начинали играть сразу, допустим, с персонального компьютера с 3DFX графикой. Наверняка все начинали с обыкновенной 8-битной приставки или с компьютера с типа Sinclair какой-нибудь там Spectrum. Так вот, давайте сегодня вспомним, поностальжируем так старые, такие забытые игры, с которых мы с вами начинали играть и привыкать к этому замечательному делу, игре на компьютере. Итак, у нас сегодня в студии эти самые наши любимые древние игры на 8-бит. Это сейчас Crossfire, очень такая модная была в свое время игрушка, и Том и Джерри. Сейчас мы их включим в эту приставочку, которая называется очень просто Dendy, все ее хорошо знают, и... возьмем в руки вот этот старый, всеми уже может быть забытый, но тем не менее самый обыкновенный и простой джойстик. И конечно же, были и другие игры, в которые играть было страшно интересно. Потому что главное в них было не какая там красивая графика, не то, как много в ней помещается чего-то такого особенного, а как пройти подальше, как найти побольше. И убить побольше, и собрать побольше, и подальше, и подлиньше, и так далее, и так далее, и так далее, пока не надоест, а наедали они очень редко, и мы долго резались, и до сих пор режемся в эти самые игрушки, которые очень простые, но тем не менее интересные. И вот перед нами игра, значит, Crossfire, Прекрестный огонь, мы будем в роли солдата идти, собирая оружие и убивая своих противников. А противников все больше, и оружие нам тоже добавляется, и поэтому игра, чем дальше идешь, тем интереснее становится, и никак не хочется от нее отрываться. Вот такие тоже есть игры на 8-бит на Денди. Можно играть с удовольствием, даже обыкновенный Тетрис. И, кстати, вот перед нами Том и Джерри. Чем она хороша? Тем, что графика у нее очень даже на уровне для 8-битной приставки. Посмотрите и сами поймете. Очень даже неплохо выглядит эта игрушка. Том и Джерри. По мультику одноименному диснеевскому. Мы ходим с вами мышонком и разных паучков, тараканчиков и других козявок пытаемся на своем пути убрать. Мы ходим по подвалу, лазим по трубам, лазим по проводке электрической и в конце концов встречаемся с котом, с которым приходится драться и посложнее. И что более-менее примечательно, это появились у нас с вами на 8-бит обыкновенные игры, простейшие, но на русском языке. И мы с вами можем играть в логические загадки, отгадывая их и получая за это призы в виде призовой игры. Сейчас мы с вами посмотрим, что же за русские игры есть на 8-битной приставке, если вы это еще не знаете. А те, кто знают, конечно же согласятся со мной, что это здорово. Угадай-ка. Давайте-ка угадаем. Что же здесь хорошего? А хорошего в этой игре то, что она на русском языке, и полезное здесь можно совместить с приятным. Мы будем с вами отгадывать слова. Можно играть на русском, можно на английском, можно на русско-английском, либо англо-русском, либо прямо английском. Выбираем с вами русско-английский вариант, и перед нами слово «чай». Мы переводим его на английский язык. «Тия» получается. Отлично! Мы победили, и нам за это идет призовая игра. После того, как мы угадали с вами английское слово, которое нам подсказывал компьютер, мы можем расслабиться и поиграть вот такой волейбольчик. Кстати, очень даже симпатичный, хоть и простой, что я вам точно гарантирую.
Кстати, эта игра создана нашими же программистами и специально для нас, то есть для русскоязычного населения планеты. Вот так. Круто, я скажу. И тем не менее, а если вы выберете англо-русский вариант, то перед вами будут выскакивать английские слова, которые вы будете переводить на русский язык. И если вы неправильно, скажем, наберете одну букву, то тогда компьютер вам подскажет и скажет: нет, дорогой, такой буквы в этом слове нет. А если вы точно угадаете букву, то обязательно будет отличный звук и скажет: есть буква в этом слове. И вы радостно набираете следующую букву. Если вы неправильно набираете, то кошка выскакивает и съедает одну сосиску, которой мало. Ну, а прежде чем перейти к 32-битным приставкам, то есть к Sony PlayStation и дискам, которые она читает, я вам скажу очень интересную новость. Теперь в бонус-клубах все картриджи стоят одинаково. То есть, если вы раньше приходили, меняли картриджи в салоне «Бонус» и выбирали ту категорию, которую вы только можете выбрать, то сегодня вы приходите и, независимо от того, какая у вас категория, вы берете любой картридж и меняете его на абсолютно любой. А если вы покупаете картридж, то 16-битный теперь стоит 50 рублей, а самый дешевый 8-битный стоит 15, а самый дорогой 8-битный стоит всего 30 рублей. Итак, картриджи теперь в огромном ассортименте салонов «Бонус» стоят практически одинаково, и вы можете без проблем приходить и менять их у нас. Не правда ли замечательная мысль? Кому-то пришла в голову. Не скажу кому. Ну ладно, давайте продолжим сегодняшний просмотр 32-битных, извините, приставок X от Sony PlayStation. Перед нами легендарный Mortal Kombat. Мы берем диск Trilogy, в котором присутствуют все игроки, ранее участвовавшие в разных версиях Mortal Kombat, Mortal Kombat 1, 2 и 3. Итак, мы включаем... Что мы включаем? А мы включаем с вами эту самую давно знаменательную игру. Когда мы в нее играем, мы, естественно, думаем о том, как бы сильнее ударить противника и как меньше получить по своему такому симпатичному лицу. И тем не менее, давайте подумаем, как смотрится это со стороны, когда вы не держите в руках джойстик, а смотрите только на экран. Что же мы с вами видим? Мы видим море крови. И, честно говоря, если бы я был... или не я, или кто-то другой из моих друзей, или, скажем, вы, в роли участника вот этой самой баталии, ужас какой, вот, то вот эти кости из меня посыпались бы после первого удара, честно говоря. Но в игре Mortal Kombat мы выдерживаем огромнейшие удары, суперприемы, нас сжигают, но тем не менее мы встаем и снова деремся. Вот такой кайф игры в Mortal Kombat. И тем не менее... почему тем не менее? А потому что... И вот мы побеждаем. Нас бросают камни. Появляются новые фаталити. Взрывалити. И мы переходим в новую стадию развития файтинговых игр. Появляются новые персонажи, новые игры. И становится все интереснее. Я не знаю, чем все это закончится, но продолжается это очень серьезно. Перед нами Mortal Kombat 4. Mortal Kombat 4 мы показывали в прошлой передаче. И мы, конечно же, заметили, что графика выросла на порядок. И теперь мы можем применять другие удары. И если раньше вы были победителем в прошлых версиях Mortal Kombat, то теперь вас уже могут победить новые выросшие игроки. И что будет дальше, тоже никто не знает. Давайте посмотрим, как дерутся в этом четвертом комбате. И дальше мы с вами уже увидим Tekken 3. Это самая последняя файтинговая игра, потому что дальше уже ничего такого особенного нет. И если появится что-то, то, наверное, через полгода, не раньше, мы с вами обязательно это увидим. Сейчас давайте просто пронаблюдаем, как работают кулаками, ногами, головами и другими частями тела вот эти самые бойцы. Tekken 3. Будем молчать или говорить? Давайте лучше посмотрим, как дерется Йошимитсу против кого он дерется.
против Эйхач, подсказывает мне Сир Макс. И правильно делаю, потому что сейчас за джойстиком сидит сам Сир Макс, лучший в мире игрок в Mortal Kombat 4 и в Tekken 3. И если кто-то его убедит, то тот, наверное, просто супергерой. Давайте смотреть. Final round. Fight. You win. Далее мы с вами видим игру. Эта игра, естественно, не симулятор и не стратегия. Мы с вами едем в супермашине, и наша задача уничтожить врагов, найти лазер, его забомбить и по дороге сшибать всяких разных чайников, которые будут мешать нам ездить по дороге. Мы с вами стреляем, мы с вами уворачиваемся, и, естественно, на русском языке нам подсказывают, что надо делать. Очень даже здорово по рации, с вертолета, нам все подсказывают, мы только должны нажимать на кнопки и уворачиваться, и уворачиваться, и стрелять, и уворачиваться. И что еще? А что еще? Если вы хотите узнать, что еще, возьмите эту игру и поиграйте в нее сами. А мы сейчас с вами возьмем и утонем вот в этом прекрасном водоеме. Давайте. Ну что сказать, миссия провалена. Если вы помните, мы задавали в прошлой передаче вопрос, чем отличается Sony старая от Sony, которая вышла недавно и называется 7002. Отличается она просто джойстиком. И никто так нам разумительно об этом не сказал. И вот сейчас у меня в руках этот джойстик, который комплектуется к новой приставке. Этот джойстик аналоговый. Если вы знаете, что это такое, то я вам говорить не буду. А если вы знаете, то есть не знаете, то я скажу, что это джойстик с дополнительными функциями. Во-первых, у него есть два дополнительных джойстика в самом джойстике. Это палочки, они крутятся, и если делаете вы сильное усилие, они сильно нажимают. Если делаете слабое, они нажимают слабо. И таким образом достигается эффект того, что вы управляете с большой точностью, скажем, симуляторами. Если вы едете на автомобиле, то в одной руке у вас газ и тормоз, а в другой руке у вас руль, и вы можете повернуть либо тихонечко, либо круто. То же самое можно сказать и в самолетах. Вы можете плавно летать, барахтаться в любых, значит, морских и небесных пучинах. Ну ладно, хорошо. Еще одна особенность этого джойстика, в нем встроен специальный вибратор. Кому нравятся вибраторы, те могут им этим джойстиком воспользоваться. Если вы вдруг врезаетесь куда-нибудь, если вас сильно ударяют, или если вы взрываетесь, или, допустим, сильно разгоняетесь, джойстик на это реагирует, соответственно, такими толчками, или такими ударами, или жужжанием. В зависимости от того, как встроено это в ту игру, в которую вы играете. Вот такое замечательное изобретение, аналоговый джойстик. Если вам нравится этот вариант, вы покупаете приставку 7000. Если вам это не обязательно, вы играете со старой приставкой, со старым джойстиком. Но, тем не менее, этот джойстик подходит к любой приставке, даже к старой. Поэтому мы очень рады и об этом вам сообщить. Ну да ладно, вернемся к тому, с чего начали. На протяжении развития и эволюции всех файтинговых игр, которых мы сегодня с вами видели, Tekken 3, наверное, достигла самой большой вершины и пока еще на ней сидит. Пока еще не изобретена более интересная такая драчная игрушка. Так вот, скажите нам, пожалуйста, если вы в нее играли, а я уверен, что все в нее играли, как найти скрытых игроков? И если вы напишите нам все точно, вы получите приз. А если вы еще и пришлете нам видеозапись этих скрытых игроков, то вы получите суперприз. Итак, 2 недели будет продолжаться этот конкурс, и мы ждем у вас писем по адресу Аксакова, 94, ДК «Авангард». Так что пишите в салон «Бонус» и получайте свои призы, потому что «Бонус-клуб», как всегда, призовой клуб.